Добрый день, ребята! Добро пожаловать на канал. Помните, что здесь вы найдете самые новые и интересные истории. Так что подписывайтесь, если еще не с нами, и жмите на колокольчик. Австралия – страна необычайно красивая и славится яркой флорой и фауной. Сегодня мы поведаем трагикомедию женщины, жившей на земле Южного Квинсленда. Ферма Лесли Дуприс полна всякой разнообразной живности. Здесь есть мелкий рогатый скот в приличном количестве, петухи разгуливают с курами насетками, а также имеется павлин – венец красоты и особая гордость женщины. Но однажды вся эта мирно пасущаяся идиллия наскучила Лесли, и она решила добавить красок в свой закуток умиротворения в виде нескольких гусей. Позже Лесли сказала, что хотела добиться совершенно не того результата, который получился, а получился он очень плачевный. С виду безобидные блондины оказались настоящей бандитской группировкой. Как только они попали в компанию овец, кур и павлина, то тут же взяли верховенство и установили гусиную диктатуру. Овцы теперь не могли спокойно пастись, не отрастив глаза над хвостом, потому что если гусь вцепился клювом в шерсть, то ни за что не отпустит. Петухи, хоть и являются обычно защитниками своей территории от захватчиков, то тут их прыть ничего не могла поделать с наглыми лапчатыми существами. Хотя сложнее всего приходилось павлину. Некогда важное прекрасное существо, неторопливо шагающее по ферме, превратилось в забитого беднягу, ни в коем случае не распускавшего свой веер. Но гусям не нужно было подавать повод. Они нападали на него и без всяких видимых причин. Видя всю эту катастрофу, Лесли запаниковала и решила избавиться от гусиного ОПГ как можно быстрее. Для этого она оставила запись у себя в Фейсбуке следующего содержания, прочтение которого вызовет у вас нескрываемый смех. «Срочно, СОС! Я недавно купила для своей фермы 5 гусей, но я совершила ужасную ошибку. Они терроризируют всех моих животных и птиц. Они хоть и гуси, но что-то козлиное в них есть. Задирают и кошмарят всех, кто попадет им на глаза. Даже мужчин и маленьких детей. Они эмоционально травмировали всех, кто попался им на пути. Если у вас есть двор и есть что охранять, то они прекрасно справятся с этой задачей. Ни один вор мимо них не проскочит. И вам тоже, кстати, придется придумывать возможности безболезненного прохода. Или если у вас большая семья и имеется духовка, то милости просим приезжайте. Только не купитесь на их милые глаза. Они смотрят прямо в душу и видят все ваши потаенные страхи. Если вы согласны, то мы ждем вас с $50 и бутылкой виски для нашего морального восстановления». Пост поймал мощный хайп. О гусях уже знали не только в округе. Спустя почти неделю Лесли позвонила женщина по имени Шантель Регелинг, содержащая ферму в Новом Южном Уэльсе. В интервью она говорит: «Я увидела этот пост, будучи в гостях у сына. Содержание было достаточно смешным. На наших животных на ферме приезжают посмотреть городские. И так как гуси Лесли стали знаменитостью, то я решила прикупить их в компанию к своим». Лесли рада, что избавилась от пернатых гопников. Но почему они так себя вели, понять не может. Что ж, может, у них было тяжелое детство? Посмеялись? Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока!